Отсутствие освещения на трассе стало причиной серьезной аварии с участием подростка. Речь идет об участке дороги в районе села Подсинья. Мы уже рассказывали, что вдоль трассы больше месяца были отключены фонари. Правительство республики не платило за электричество. Авария случилась в пятницу вечером. 13-летний подросток на велосипеде выехал на встречную полосу. Ребенка сбил автомобиль «Черри», ехавший со стороны Подсиньего. За рулем иномарки находилась женщина 49 лет. Из-за темноты она не смогла вовремя увидеть велосипедиста. Мальчик получил серьезные травмы, в том числе перелом бедра. Сейчас он в больнице. Кстати, свет на трассе все-таки включили. Об этом нам сообщили телезрители, которые обращались с проблемой. Видео было опубликовано в социальной сети. Прямо удивительно. Пока не напишешь письмо на телевидении, никто не беспокоился, что под синим горел свет. Ну, спасибо Лесе Хакасия, что хотя бы вы взялись за это дело. Почему же на оживленную трассу без света правительство Хакасии обратило внимание только после того, как они заговорили с СМИ, так и останется открытым вопросом. Пятничной аварии с подростком тоже могло бы и не быть, если бы работало освещение.